В нашем тыльном городке, кроме школы и вокзала, есть еще дворец культуры. В нем второй этаж. Там, на круглом пятаке в стенах актового зала, как всегда, по воскресеньям выступает наш провинциальный джаз-бенд. Дантист, художник, мент, не за гроши и барыши, а просто так, для души. Скользит по струнам рука, по воскресеньям в ДК нам дарит радость и шанс его величество джаз. Его величество джаз. Под неистовый мотив, что летит над головами, танцплощадка совершит лиц круговорот. Разодетый коллектив, бодро двигая ногами, часто в такт не попадая, делает фокстрот. Кроме школы и вокзала, и есть еще дворец культуры, в нем второй этаж. Там на круглом пятаке, в стенах актового зала, как всегда по воскресеньям выступает наш провинциальный джаз-бэнд. Артист, художник и мент. Барыши, а просто так для души. По воскресеньям века нам дарит радость и шанс его величество джаз. В этом зале, как на грех, все знакомы по именам, и буфетом, и носом взят на абордаж. Ведь растет с рождения всех 8 раз краснознаменный, очень даже образцовый дом культуры наш. Собирается мечты, ну, конечно, не эстеты, заводская, слободская, дерзкая шпана. Но сегодня не в чести финки, цепи и кастеты, потому что в этот вечер выступает наш провинциальный джаз-бэнд. Танкист, художник и мент, не за гроши, а рыжи, а просто так для души. По струнам рука, по воскресеньям вам дарит радость и шанс его величество джаз. Его величество джаз.
как они танцуют, а? Как они танцуют. Вот, молодец. Как они танцуют. Это не просто красивые девушки. Это великолепные танцовщицы, настоящие мастера своего дела, настоящие артистки, актрисы. Они украшают мой концерт, они украшают нашу с вами сцену. Они работают со мной по много лет. Мы прошли вместе все беды и победы. Как они танцуют. Приветствуйте их. Это шоу-группа «Атаман» и также балет «Фьюжн». Как они танцуют. А как они поют? Как они поют? Лиана, Аида, Анетта. Как они поют? А как они играют? Как они играют? Каждый из этих музыкантов невероятный профессионал. Каждый из них по-настоящему виртуозы, уникальные, но вместе, они вместе составляют такой сгусток энергии, вы это слышите, как они играют. «Атаман Бэнд», руководитель Дмитрий Кондрашов. Спасибо. Хочу еще добавить, что эту песню также написал для меня Федор Соловьев, наш сегодняшний гость, гость нашего вечера, композитор, поэт, исполнитель, прекрасный музыкант Федор Соловьев. Вот, ну что ж, мы будем продолжать. Провожаем артиста. Уважаемый.